Вот на такой волшебной нотке я хочу поприветствовать всех своих зрителей. Меня зовут Макс, и хочу выразить огромную благодарность тем ребятам, которые откликнулись на мое видео, которое было опубликовано 9 месяцев назад. Серьезно, 9 месяцев назад было опубликовано видео к юным фокусникам. И мне очень приятно, что многие ребята поняли, о чем идет речь. Дело в том, что удивлять гораздо круче, чем разоблачать фокусы. Ведь согласитесь, те люди, которые разоблачают фокусы, на самом деле не умеют, наверное, показывать фокусы. Ага! Кого-то, может быть, задело сейчас самолюбие. Как это так? Я умею показывать фокусы. Ничего подобного. Если вы умеете удивлять людей, вам это должно нравиться. И вы получаете удовольствие от того, что от вас исходит энергетика, какое-то волшебство и удивление. А если же вы не умеете показывать фокусы, вам только остается разоблачать. Это мое мнение. Хочу еще раз сказать спасибо большое. И на самом деле следующим шагом для вас будет, ребята, это становление. Становление – это очень сложный период. Что это такое? Например, к примеру, вы захотели стать фокусником и связать свою судьбу и, может быть, даже работу с этим жанром. Как найти себя, как стать фокусником, я хочу поделиться с вами своими секретами, если же, конечно же, вы этого пожелаете. Если вам интересно, если вам действительно хочется стать настоящим человеком, артистом оригинального жанра, фокусником, иллюзионистом, я поделюсь своим опытом в следующем видео. А пока хочу сказать, выразить огромную благодарность ребятам, которые поддержали меня и оставили во многих группах мою видеопрезентацию, не видеопрезентацию, а видеообращение к юным фокусникам. И, чуваки, я вас обожаю. Как бы. На самом деле мы несем в себе нечто удивительное, нечто такую массу, комок, который не нужно раскидываться, им нужно наполнять себя в первую очередь, а потом отдавать частичку зрителю в качестве удивления в виде фокуса. Ну что ж, с вами был Макс, Magic Gimmick Shop. Всем респект. Может быть, кто-то подумает, что я кривляюсь. На самом деле, ребят, это мой образ. Я в нем чувствую себя комфортно. И об этом мы поговорим в следующем видео. Всем спасибо за внимание. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.